Жизнь в лесу, где бурно обсуждают свои достижения, когда почтальон вовремя приносит письма и газеты с последними новостями. Почтальоны многое прощали, работая и живя на Почте России. Но как лесные звери выжили из леса, так и начальник без объяснений сразу уволил троих почтальонов. А сейчас в лесу Почта России пуста, где нет свежих газет с интересными новостями и писем от окрестных лесных зверей.